48-я манжосовская гонка запомнится не только рекордным по числу составом участников, но и символическим открытием сразу двух связанных с нею объектов – улицы имени Манжосовых и памятной доски, посвященной основателям этой знаменитой спортивной традиции. Я уверен, что Николай Тимофеевич и Виктор Николаевич гордились нашим спортивным парком. Ведь именно на этом месте, где вырос парк, они когда-то прокладывали свою жизнь. Именно они сделали это место культовым. Новогодняя гонка – одно из старейших и самых известных зимних спортивных событий Московской области. Участие в нем хотя бы раз стремятся принять любители лыжных гонок со всей России. Для тысяч людей из разных уголков страны этот день стал доброй традицией. Люди бросают свои дела, хлопоты предновогодние, приезжают к нам в спортивный парк имени Ларисы Лазутиной для того, чтобы покататься на лыжах и поучаствовать в манжосовской гонке. Существует такая поговорка: как встретишь Новый год, так его проведешь. Так вот, все, кто сегодня здесь, они еще умеют и проводить старый год, причем проводят это в формате здорового образа жизни, получают здесь неимоверные эмоции, заряд бодрости, позитива, энергии на весь следующий год. Глава района пообещал в этом сезоне найти время, чтобы лично поучаствовать в одном из многочисленных масс-стартов, запланированных к проведению на трассе. По традиции, в канун Нового года первыми на старт выходили самые юные спортсмены. Манжосовская гонка не имеет возрастных ограничений, и молодые лыжники всегда становятся одной из наиболее массовых категорий. Каждый год 31 числа мы приходим на трассу Ларисы Лазутиной, где проходят эти большие соревнования. Всегда очень много людей, очень много детей. Вы видели, что в каждом забеге было человек по 50, по 100. 48-я манжосовская стала одной из самых массовых в своей почти полувековой истории. В последние годы на старт выходило от 600 до 800 спортсменов. Конкуренция высока. 31 декабря в Подмосковье проходит еще 5 предновогодних гонок. Массовость впечатляет, потому что предварительно заявилось 931 участник, и сейчас идет регистрация. Я думаю, что 100% больше 1000 участников сегодня пробегут эту 48-ю лыжню. Итоговая цифра – 1200 только официальных участников 48-й манжосовской гонки. Всего же в предновогодний день в спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной на лыжню выходило более 5000 человек. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».